мы этому не мешаем, так? Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Вы, как никто другой, знаете, как все любят и ждут Экофест. Какая там бывает невероятная атмосфера дружбы, взаимоподдержки, взаимопонимания. И, соответственно, еще один очень актуальный вопрос и очень частый. Будет ли Экофест в 2023 году? О, если бы вы знали, как я соскучился по этим Экофестам. Так, потому что последний у нас был в 2019 году. Ну, это все онлайн, но это все не то. Поэтому, конечно, надо видеть глаза, чтобы можно было обнять, пообщаться и так далее. Да. Поэтому, конечно, мы планируем провести следующий Экофест в марте-апреле 2023 года уже вживую, вот здесь, в Эмиратах, в Шарже, и пророчить его, вот этот Экофест, к запуску нового транспортно-инфраструктурного комплекса. Он здесь вот строится, это четвертая линия, который, ну, сегодня находится на завершающей стадии. Это комплекс средств с трудной эстакадой тяжелого типа. До этого у нас были все легкого типа. Что это значит? Это для движения подвижного состава весом до 60 тонн. Я там говорю, что это, ну, вес танка тяжелый, вообще-то танк тяжелый весит меньше. Это больше нагрузка, чем танк. Длина пролетов – это по 144 метра и всего два пролета. И основные – это 288 метров. Это очень большой пролет. Там же Москва-река, она не шире 300 метров. То есть одним пролетом мы можем пересечь ту же Москву-реку. Протяженность рельсо-струнной эстакадой более 2,5 километров. Ну, если учесть и ненапряженный участок, который позволит подвижному составу стартовать с уровня земли. Мы раньше планировали на станции выезжать, но это надо подниматься на лифте, на эскалаторе или там на ступеньках. Ну, не все могут, и в силу возраста, еще какие-то причины. Поэтому мы решили сделать еще ненапряженный участок и спуститься со станции вниз и сделать там шатер, ну, то есть станцию такую на уровне земли, простейшую, да, где можно сесть в машину нашу и подняться вверх и поехать по трассе. Съезжать вниз и стартовать снизу могут и наши 25-местные юнибусы, которые могут собираться в поезда вместимостью до 205 человек. Это тот юнибус, который едет сейчас в Шаржу, я о нем говорил, да. И контейнеровозу «Никонту» грузоподъемностью до 35 тонн. Это уже новому, пятому поколению тяжелых юнимобилей. Вот стартовать с земли и показать возможность устройства станции по уровню земли, так? И при этом, когда наши юнимобили поднимутся уже наверх на трассу, там оно будет двигаться с долгожданной скоростью 150 км в час. Это максимально близкое решение к тому, с чем мы в ближайшее время выйдем на рынок. Потому что раньше мы такие скорости не могли получать, потому что, ну, во-первых, не было тяжелых трасс, во-вторых, они очень короткие. Так. И вот запуск этой линии является очень важным и обязательным шагом перед выходом на строительную площадку большинства коммерческих проектов, которые находятся сейчас в работе. И поэтому очень много клиентов, заказчиков, ну, ждут вот момента запуска этой линии в строй и демонстрации. Я думаю, ну, вот мы совместим Экофест, вот, приурочим к этому. Да? Но поскольку мы не знаем, когда придет наши машины, вот придут наши машины из Беларуси, я говорю, не два месяца называю, потому что Асен позже машина придет, то как мы пройдем Экофест, да? Поэтому мы еще должны потом дату уточнить, я думаю, Экофеста, так? Ну, мы будем все с нетерпением ждать этого события, потому что мы будем следить за движением, потому что там надо через границы везти в порты, оттуда по морю, через всякие каналы советские и прочее, да, потом по океанам, вот так вот вокруг фактически земного шара с перегрузками и так далее. Ну, это очень длинный путь. Ну, что поделаешь. Будем ждать. В будущем мы здесь можем наладить производство юнимобилей в стране, где мы будем строить трассу. Угу. Там таких проблем не будет. Это замечательно.
Global Star Club. Возможности безграничны.